Всем здравствуйте! Приветствую вас на моем канале «Мода и красота». Стрижка «Рапсодия 2020» на короткие, средние и длинные волосы. Стрижка «Рапсодия» может выполняться в двух техниках – либо градуированной, либо ступенчатой. Обязательным условием является наложение одной прядки на другую. На макушке волосы стригутся короче, длина увеличивается постепенно. Пряди могут накладываться друг на друга в хаотичном порядке. Боковые пряди стригутся асимметрично, образуя в конечном итоге лесенку с разной шириной ступенек. Обязательно в данной стрижке филировать кончики волос. За счет стрижки с помощью градуированной техники рапсодия получается довольно объемной и при этом легкой прической. Стрижка «Рапсодия» достаточно универсальна и при грамотном подборе длины и окантовки может украсить совершенно любую женщину. Также стрижка «Рапсодия» выполняется на короткую, среднюю и длинную длину волос. Смотрите модную подборку стрижки «Рапсодия 2020». Всем приятного просмотра!